Меня зовут Александр Сударев, и я приветствую вас на канале проекта «Двигатели Дуйнова». Одна очень авторитетная компания, именуемая «Бизнес-стат», опубликовала интересную статью, в которой они утверждают, что, по их расчетам, в 2014-2018 годах продажи электродвигателей в мире выросли на 13,9%, с 7,35 до 8,37 миллиарда штук. И ежегодно наблюдается рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост по продажам электродвигателей был отмечен в 2016 году и составил 4,3%, а также, по прогнозам Бизнес-стат, мировые продажи электродвигателей в 2023 году составят почти 10 миллиардов штук, что превысит значение показателей на 2018 год на 19,4%. И если осмыслить все вышеизложенное, то легко можно сделать вывод, что сверхэффективные, надежные, современные электродвигатели являются одной из главных потребностей современного человечества. А как многие из вас уже знают, проект «Двигатели Дуйнова» на основе технологий совмещенных обмоток «Славянка» ставит перед собой целью создания именно таких двигателей. Ну а теперь к новостям проекта. Мы не раз уже показывали в своих видео, что лаборатория на территории Совалмаш постепенно разрастается. Каждый день команда проекта решает поставленные задачи, и с их решением проект переходит на новые этапы развития. Одним из таких событий стало создание модернизированного двигателя общепромышленного назначения, соответствующего экологическому стандарту ИЕ-3, в присоединительно-массогабаритных размерах двигателя, соответствующего экологическому классу ИЕ-1. Простым языком, в корпусе более маленького электродвигателя путем модернизации на совмещенную обмотку «Славянка» мы смогли получить двигатели со значительно более высокими характеристиками, такими как мощность, энергоэффективность и более высокий КПД. А теперь небольшое отступление. Как вам известно, лаборатория на сегодняшний день имеет ограниченную площадь, и расположить на ней все необходимое оборудование попросту не предоставляется возможным. В связи с этим и составляется план дальнейших работ и исследований. И благодаря вышеизложенному достижению команда проекта переходит к следующему этапу. Было арендовано дополнительное помещение, на территории которого также будут выполнены ремонтно-подготовительные работы, и это помещение станет намоточным участком. На его территорию переедет некоторое уже имеющееся оборудование, а также заказанное оборудование, поступление которого мы дожидаемся. И на днях нами уже было получено новое лазерное оборудование, которое также войдет в состав намоточного участка. И это не единственные новости. Как многие из вас заметили, сейчас проходит череда майских праздников, но некоторые члены команды проекта проводят любопытные тесты прямо в момент заслуженного отдыха. Одним из таких примеров является Игорь Корхов со своим включением с места событий. Эх, красотища! Все цветет, весна. А что у нас тут? А у нас тут Эллада заряжается. Вот таким макаром. Блин, а батарейки-то нету. А вот такая она у нас поднятая. Вот так высоко. А здесь где батарейка? И все батарейки, вон, 4 банки. Ну, сзади еще несколько банок. И тем не менее, она ездит. Вот у нас показатели приборы, приборной панели. Скажите, зачем все это? А смысл в том, чтобы попытаться получить минимальный расход. А за счет чего? У нас сейчас стоит небольшой контроллер Куртис велосипедный. Вот на полевичках, мосфетах. Значит, моторчик «Славянка». Тестовая поездка сегодняшняя показала в город и обратно. Мотор и контроллер были абсолютно холодные. Максимум была разница около 10 градусов с окружающей средой.
после всей поездки. Но при этом еще не работала у нас, не работает рекуперация, что для городской поездки нехорошо. Вот, и не настроено ослабление поля контроллера, что позволяет лишний ток вваливать в мотор. Значит, как бы экономически это нецелесообразно, но ничего, все это дело настроится. А вообще весь опыт для того, чтобы сделать, ну, 65-70, я думаю, в час на километр на этой машинке при скоростях 40-50 километров в час. Посмотрим, попробуем. Вот. Данный видеоряд фактически является неким превью к полноценному видеоотчету с подробными результатами ходовых испытаний, которые проведет Игорь Корхов и любезно предоставит нам. Поэтому, если вы хотите быть в курсе событий, получать самую свежую и актуальную информацию, вам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете проекта «Двигатели Дуйнова» и подписаться на наш YouTube-канал. Не забывайте поставить лайк, нажать на колокольчик и сделать репост этого видео. С вами был Александр Сударев. До новых встреч!